Я, знаете, что вам хотел показать? Вот видите, тут всякие ремонты, там сантехника, декоративные всякие фиговины, кондиционеры. Кат стоит красивее, прижигает свой внутренний прыщ. Обратите внимание, насколько нативная реклама. Натяжные потолки на потолке. Кайф. Ну и, конечно, без народного творчества тоже не обходится. Это все те, кто плохие комментарии пишет. А мы сейчас, знаете, куда едем? Как еще раз этот город называется? Карачев. Карачев. Кофе мы брали в прошлом влоге. Мы снова как дебилы туда поедем. За кофе на автовокзал. Причем я объясню, на самом деле город находится недалеко, ну, час туда ехать. Но для меня всегда казалось, что доехать до Карачева — это так далеко, это вообще какой-то другой мир. Мы сейчас поедем, и я сейчас сестре сказала, что типа мы в Карачеве за кофе, она просто в шоке была. Для меня, москвича, когда я две станции метро полтора часа могу ехать, для меня это вообще ерунда. И самое главное, расход будет минимальный, потому что, по сути, на трассу выезжаешь. Есть красная точка, есть? Да есть немножко, пройдет. Блин, такой болючий. Ну, ты же мне студент. Подросткового возраста. Студентка досталась, да, у тебя еще прыщики и все такое. Кто бы говорил, вообще, у тебя так обсыпает. Сильно? Не сильно, но прыщи бывают обязательно. Да, бывают, не без этого. Но я как-то особо не реагирую на них. Я тоже не реагирую. Показываю их иногда. А, ну сегодня прохладно по сравнению со вчерашним-то днем. Вчера было 11-12 в городе, сегодня 6 градусов. Ну, да. Смотрится, кстати, очень жутко. У чувака, смотри, в машине маска. Причем, слышишь, ты говоришь, сегодня 5-6 градусов. В Москве 13. Сегодня? Да. Нифига себе. А я помню, ты мне говорила, что здесь в Брянске. Ну сейчас. Да. Все, открыл. Примерно такая же погода, как в Москве. Всегда примерно одинаковая. Ну вот видишь, оказывается. А сегодня нет. Слушай, надо было мне ее завести заранее. Холодно. Слушай, я себе, походу, обожгла этим спиртом, потому что не фифец, как горит нос. Теперь куда я приложила? Слушай, на самом деле это плохо. Очень плохо. Да, я обожгла. Блин, а ничего не будет? Ну, кожа будет шелушиться на этом месте, и все. Буду кремами мазать. Молодец. Помните, я в каком-то предыдущем или предпредыдущем блоге рассказывал то, что у меня проблема с Айкосом, он выключался непроизвольно. В общем, поменяли мы его в торговом центре без проблем. Чувак покрутился 10 минут, что-то его подключал и заменил. Вот теперь все работает просто на ура. А я вообще хотел там прошивочку себе поставить. Установил приложение на Mac себе, Айкос, которое называется, и написано было последняя прошивка. Уже просто не знал, что делать. К мужику подхожу, говорю, вот такая-то фигня. Он говорит, ну первый раз вообще слышу о таком. Ну в итоге все равно поменял. Катя еще не видела влог, который я выложил. Ну а я рулю. Ехать нам 53 минуты 47 километров. Давайте вам немножко покажу дневного Брянска. Тут, собственно, и частная застройка есть, домики одноэтажные, и высокие, ну, обычные дома, которые в большинстве городов есть. Мы практически в центре, проехали драматический театр, надо было раньше, наверное, включить камеру. Это не центр, это, как мне объясняла сестра, самая первая улица, от которой начали строить. Но сейчас центр сместился, центр не здесь, это да? Не считается центром, да. Здравствуйте. Здрасте. Что вам? А нам так кофе понравилось у вас, что мы приехали второй раз, а мы из Брянска приехали. Вы вчера большие, по-моему. Да, я капучино брала. А мне поменьше. А, пряник был имбирный? Да. И еще что-то. Имбирный пряник. А что-то вы тоже, наверное, хотели добавить? Нет, я сейчас делаю имбирный пряник с корицей чисто. А я ничего, я просто капучино, да, ложку сахара сразу. Ну, такую, нормальную ложку. И погорячее. Ну, я ведь вам не врал, что приеду в Карачев за кофейком. Пожалуйста. Вот Катюша на улице вообще что-то подморозила. Кофе вообще пушка. Я тебе, правда, не поверил с первого раза. Думал, будет говно полное. Блин, вот приперлись просто за час от города. И то, чтобы взять этот кофеек. Катюша у меня, правда, голодная. И время сейчас... 8:00. Мне хочется мяса почему-то, не знаю. Тебе хочется мяса, я не знаю, где тебя взять. Ну почему-то вот просто... шаурму как-то я фиг знаю. Давай просто шаурму не здесь. Я что-то не поняла, что я сделала. А, да, я все правильно сделала. Вот этот не нужен. Да, его можно в бок куда-то убрать. Давай, Саша же сказал, где шаурму в Брянске можно купить. Давай заедем туда, я поем шаурму. Ну мне адрес нужен, я так не найду. Я сейчас узнаю, Саша. Давай. Давай. И сейчас еще в шаурмечную сгоняем.
Брянске я увидел впервые особенность такую. Тут при подъезде к городу есть памятник воинам Великой Отечественной войны. И тут все водители, проезжая этот памятник, гудят. Сигнали. Ребята мне говорят, посигнали. Я такой, зачем? Ну, там типа такая вот традиция есть. Я раз проехал, посигнали. Два проехал. Думал, они меня троллят, потому что вокруг водителя их было немного, ну, никто не сигналил. Водитель — почти память о невернувшихся с дорог Великой Отечественной войны. Вот он. А, ну вот он. Ну-ка, и опять я еду один. Как будто наш водил. Опять я один. Ну, потому что тут машин вечером мало. Когда едешь здесь днем, и если здесь еще такое прям плотное движение, то прям сигналят все. Это слышно. Не, я говорю, я услышал. Там две машины при тебе сигналили, по-моему. Да. Ты услышал. Мы не троллим, он реально думал, что мы угораем над ним. Приятного аппетита. Ну, кстати, прикольно, то, что спортсмена. Зашли мы, значит, в ленту. Хотел я взять тушеночки, которые вам показывал в прошлом влоге, но, к сожалению, ее нет. Ты у тети спроси потом, где она ее покупала. Сходим туда и возьмем два ящика. То, что мама сказала после того, как посмотрела влог. Возьмите и на мою душу. Возьмем и свинину, и говядину. Ну, самое главное — найти. А что я камеру включил? Короче, будете в Брянске, обязательно попробуйте вот такой хлебный квас. Именно от Брянск пива. Вообще офигенный. ГОСТовский, натуральный. То есть это не квасной напиток, а именно квас. Очень рекомендую. Ну и так по мелочи мы тут взяли. Просеялку для муки. Обязательно в Брянске надо было купить, Кать. Правда? В Москве же их нет. Мерный стаканчик. Это мне нужно. Цветочки еще искусственные купили. Да, Кате понравилось. Обалденные. Они очень классные. С великой милотой. И поливать не надо. Это как грудь, только зеленый. Я бы даже к себе на стол компьютерный поставил. Да, это очень классно. Они просто по цвету очень прикольные. А нам больше нельзя ничего. Нам нельзя животных и нельзя растений больше. Кроме у меня есть Васек. Кроме того, Васька нам больше никого нельзя. Просто Васек не проверяли, мы же уезжаем постоянно. Да. Вот, такие покупки. Ну и ходим, что-то наклейки смотрели. Потому что у нас две камеры. Катя хотела наклеить на свою вот такую же экшен. Что-то. Ну, какие-то они дурацкие там, не понравились. У тебя получается кусок пиццы и... Сейчас, подожди, я спрошу, какая с грибами. Не только жульен, там еще, наверное, ассорти. Привела Андрея в чикен пиццу попробовать. Очень вкусную. Можно не буду тавтологить? Попробуй, замени слово. Блюдо шикарнейшее просто. Привела попробовать Андрея. А где детская? Вот это детская, вот это ассорти, а вот это жульен. Приятного аппетита! Вкусно? Как в столовке, но вкусно, по-хорошему. В смысле, вкусно, реально. В ленте тушенку мы не нашли, поэтому приехали в Магнит. В Магнитах она в мелких продавалась. Мы приехали в Магнит Экстра, который побольше. Я взял в Москву дофига просто брянского класса. 10 упаковок. Вкуснейший. На 840 рублей, да, получается? Да. И сейчас пойдем искать тушенку. И говяжью, и свиную. Сейчас вам покажу прикол, какую именно надо покупать. Там должно быть написано первый сорт. Только не знаю пока, куда идти. Молоко. Лебедянь надо. Вот лебедянь. Вот это? Да, есть бутылка. А, подожди, ты показываешь. Классно? Подожди, а вот есть красная. Да, уверена, но что такое? Больше. А надо именно прям... Вот это просто 3,2. Да, тут... Может, надо 3,2? 3,4-4,5. А то потом, не знаю, Костику не подойдет, еще что-то. Или Костик не пьет. Ну, давай возьмем одно такое, одно такое. На всякий случай. Йогурт будешь? Хочешь сейчас попить? Ну, может, мы Нелик возьмем несколько штучек. Слушай, возьми сейчас попить. Сколько? Я не вижу смысла прям дофига набить. Да возьми 2, 4, 3, а не знаю. Где еще земляничка? Что? Где еще земляничка? А, вот. Вот. Подожди. Что это такое? Клубника? Княженика? Фигня какая-то. Княженика? Я даже понятия не имею, что я это. Земляника.
Землянику. Мурошка. Мурошка. Нашли мы тушенку, но что только такое, свинина. А это листочек лаврушки, по-моему. Фу, выглядит стрёмно. Мы так рекламировали, а ты теперь говоришь, это что... Это очень вкусно, правда, я пробовала, но в банке-то выглядит стрёмно. К сожалению, говядину не можем найти. То есть есть смоленская, но это не то. Тут должно быть написано первый сорт, вот как на свинине. Ну, такая-то ролевуха. Видимо, но я хотел все равно еще говядину найти. Видимо, еще куда-то придется ехать. Давай 10 банок свинины. Прикольно было бы блок взять. Я думала, она сейчас на меня прокинет. Очередная запись из бункера. Говорим тихо. Опять спит ребенок. Поэтому все было потихоньку. В общем, я сегодня собираюсь уже в Москву. Катя остается здесь. Мы по максимуму не сгружаем вещи. Катя остается здесь не навсегда. Да, Катя не навсегда здесь остается. Ей надо там с брекетами еще разобраться, а мне надо по работе всякие вопросы решить. Поэтому сегодня я в Москву. Буду записывать сам влоги. Не знаю, что у Кати, что получится. Не получится. Короче, вчерашняя ролевуха с тушенкой наполовину успешная, потому что свиную мы купили, а говяжью нифига. Взял другого бренда белорусского на Айрекоменде, посмотрел, классная ли. Блин, я вам даже ее сейчас не покажу, потому что она в машине осталась. Ну, в целом, вещей у меня просто дофига. Там полмашины всяких подарков, приколов. Тут еще бабушкины банки, которые я вам тоже уже показывал. Гитару надо Катину забрать. Кучу вещей. Поэтому мне сегодня вечером, когда я приеду в Медведково, будет прикол, блин, все это несколько раз буду ходить и тягать. На башке у меня, конечно, вообще записывать для того, чтобы просто влог уже небольшой вот этот, но выложить. Потому что еще буду мыться, собираться, мне уже неохота будет потом снимать. Ну и скучать буду. Вот это оставляешь? Да, это все себе оставь. Топики тоже? Нет, топики я тебе отдаю, мне они сейчас не нужны. Господи, ничего не повязается. У меня еще там целый рюкзак. Так это мой. Я знаю, что у тебя еще целый рюкзак. И немножко зарядочек я возьму. Я, наверное, одну вот эту себе. У тебя еще вот эта сумка, я тебе ее собираю. А я думал, ты с ней назад поедешь. Я поеду желтым рюкзаком, с вот этим. А, окей, хорошо. Ну, мне, в принципе, без разницы на машине. Я тем более один. Еще надо вот эту конструкцию свою тоже закрутить. У меня одеяло. Ну ладно, я надеюсь, мне Санек поможет. В общем, влог посвящен тушенке. Так получилось.